Азиатский банк инфраструктурных инвестиций будет полезен не только для учредителей структуры, но и для всей глобальной финансовой системы. Об этом нашим журналистам рассказали ведущие экономисты со всего мира. Россия крайне заинтересована в привлечении коммерческих инвестиций, в проекты, которые должны реализовываться в России. Причем мы понимаем, что ключевыми факторами повышения потенциальных темпов роста является вложение в инфраструктуру и в человеческий капитал. Я бы говорил, в социальную и в транспортную инфраструктуру. Великобритания может активно участвовать в инфраструктурных проектах при АБИИ. У нас богатый профессиональный опыт. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – это хороший шанс для Великобритании. С помощью нашей технологии мы сможем выйти на новые рынки. Филиппинам необходимы инвестиции в инфраструктуру страны. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций сможет помочь нам в этом. Структура предоставит нам как финансовую помощь, так и технологическую. Это крайне важно для нас.